Так. Гонка. Гонка Мейхем, хардкор ССР. Вот такой у меня шмотик есть. Нормальный, да? Ну, тут типа дропа очень до хрена. Буду проходить. Я прошел первую лабу. Буду проходить вторую. Жестокий лабиринт. Это тотемщик, да, ворчив. Я сделал все-таки выбор, как бы, на нем. Третий день получится. Третий день гонки идет. Уже сейчас посмотрим. Итак, первая стадия. Ну вот, 16,5 тысяч урона с каждого тотема. Изи. Стадия номер два. Вот кто-то рипнулся только что на 7-й позиции. Много рипов, сложная лига это. Много тут рипов. Изи. Третья стадия. Самая сложная, тут ловушки активированы. У меня добивание есть. Изи. Вот тебе и лаба вторая. Ну, у меня типа 68 уровень. Да, говняна. Так, ну вот я на первых уровнях качнул. Регенерация, тут урон по горящим врагам. Теперь качну похищение жизни. Вот от урона тотемов. 14451 дамага. Нормально. У меня, кстати, урона от огня больше, чем физического. У меня жгучая злоба, вестник пепла. Так. Ну, неплохо, в принципе. Неплохое свойство. По дропу у меня один уник тут выпал. Ну, такая что-то куцая лаба. Ключ только один. Я тупо вперед шел. Я не выполнял там никаких дополнительных алтарей, не открывал ничего такого. То есть я тупо вперед шел. Вот у меня пятилинк вот такой есть. Моя гордость. Первенство Каома рубила Каруи. Ну вот. С пророчки. Ну, типа, миллион урона дает. Я даже не знаю, когда стоит ли другую пушку носить. Может, я лучше ничего и не найду. Ну, посмотрим. Надо будет смотреть, конечно, на деле. Ладно. Как-то так.